На судебном заседании рассматривался вопрос о правомерности назначения Ольги Жураковской на должность исполняющей обязанности главы города. С целью проверить законность действий Владимира Жукова в суд обратился прокурор. 19 сентября 2014 года главой города Ангарска было принято оспариваемое распоряжение, в соответствии с которым Елена Юрьевна, исполнение обязанностей Федоровой Елены Юрьевны было прекращено, и полномочия по исполнению полномочий главы города Ангарска было возложено на Жураковскую Ольгу Катимировну. Наша позиция, основанная на указанных нормах закона и нормах устава, основывается на том, что данная норма не предусматривает одновременного исполнения полномочий главы города Ангарска двумя лицами. Владимир Жуков, с которым в судебном зале была установлена видеоконференц-связь, с исковыми требованиями прокурора не согласился. Свою позицию пояснил так. Ну, вообще не вижу смысла судиться в таком вот режиме, когда во всем отказывают. Не отказано в адвокате, не дается возможность, не представляется возможность пригласить нотариуса для заключения договора. Мне не ознакомили с документами, и при этом я должен участвовать и отвечать на вопросы суда и представителей судебного разбирательства. А вот именно с 19 сентября мы неоднократно связывались с Федоровой, разговаривали с Федоровой и через адвоката в том числе, и через сына, который приезжал. Она настойчиво просила меня в связи с усталостью, загруженностью освободить ее от должности, потому как она устала и испытывает такие серьезные нагрузки. И она просила отдыха. Я с этим согласился и дал возможность отдохнуть. Она поехала отдыхать. Кто в это время должен был исполнять? Елена Федорова на заседание не явилась, но ее позицию, которая совпадает с требованиями истца, обозначила представитель городской администрации. В итоге суд вынес решение удовлетворить иск прокурора и признать назначение Жураковской незаконным. Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.